А чего хотите вы? Славы не похоже. Может быть, власти? Власти? Почему, например, не мести? Мести кому? А, вашему русскому царю? Нет, не царю. Старому миру. Все можно терять. Но только недоверие народу. Нет. И, между прочим, вы это отлично знаете. А есть бедняк, есть средняк и есть кулак. Верно? Вот что? Запомните и передайте тем, кто вас послал, хотя бы и без мандата. Советская власть — штука прочная. Ее создали рабочие крестьяне не на год, а окончательно. И назад пути не будет никому. Пока вы, кулаки, еще существуете, хлеб вы будете отдавать. Не отдадите, возьмем силой. Да-да-да-да. А пойдете войной — уничтожим. Вот вам будет вся правда. Настоящая рабочая крестьянская правда. Запомните.